Меня зовут Денис Маранин, и в этом видео мы поговорим о том, что вам важно знать при выборе барабанных палочек. Я буду рассказывать и показывать все на примере палочек ProMark. Компания ProMark за последнее время ввела очень много инновационных открытий, поэтому для меня она является бесспорным лидером в производстве барабанных палочек. Барабанная палочка состоит из комеля. Это область баланса палочки. Тело, наибольшая часть палочки, служащая местом захвата и ударной частью при ударах ремшок. Плечо. Это вот эта часть палочки, часто используется для удара по крэшу. Чередование ударов концом палочки и плечом по хай-хету создает основу ведения ритма. Длина и толщина утоншения влияет на чувствительность и звучание палки. Палки с коротким толстым утончением обеспечивают большую долговечность и производят более сильный звук, чем палки с длинным и узким утончением, которые имеют тенденцию быть более хрупкими, но звучать более деликатно. Шейка – это область перехода плеча палочки в наконечник. Позволяет идентифицировать точку начала наконечника и конца плеча палочки. Таким образом, она служит связующим звеном наконечника и плеча. Форма шейки предопределяется формами плеча и наконечника. Наконечники. Барабанных палочек бывают различной формы и размеров. От размера головки зависит интенсивность, громкость и продолжительность получаемого звука. Наконечники барабанных палочек бывают различной формы и размеров. От размера головки зависит интенсивность, громкость и продолжительность получаемого звука. Форм наконечников настолько много, что порой точно сгруппировать палочки по типу наконечников оказывается далеко не легкой задачей. Помимо вариации, формы наконечники могут разделяться в длине, размере, обработке, материале. Насчитывается несколько основных типов наконечников. Остроконечный наконечник, arrow, больше всего подходит для игры таких стилей, как джаз, фанк, фьюжн, блюз, свинг и прочие. Имеет большую площадь контакта с пластиком, чем круглый, что щадит пластик и как бы притупляет ошибки звукоизвлечения. Создает звук среднего наполнения с более широким фокусом. В сравнении с круглым наконечником производит менее яркий и акцентированный звук тарелок. Рекомендуется для игры начинающим барабанщикам. Круглый наконечник. Раунд. Прекрасен для студийной работы, игры в симфоническом оркестре, а также для игры легкого джаза, как с симметричным захватом палочек, так и традиционным. Фокусирует звучание, что отчетливо слышно при игре на тарелках, и значительно снижает изменение звука при ударах под разным углом наклона палки. Применим для яркой игры и четкого звукоизвлечения. Маленький круглый наконечник производит сильно сфокусированный звук и особенно деликатен с тарелками. Палочки же с большим размером закругленной части такого наконечника производят более наполненный звук. Такой наконечник не терпит ошибок звукоизвлечения и целесообразен для использования барабанщиками с правильно поставленным ударом. Наконечник в форме бочонка – barrel. Подходит для легкого рока, джаза, фанка, фьюжена, блюза и прочих стилей. Имеет большую площадь контакта с пластиком, чем круглый, что щадит пластик и как бы притупляет ошибки звукоизвлечения. Создает звук среднего наполнения с более широким фокусом. В сравнении с круглым наконечником производит менее яркий и акцентированный звук тарелок. Рекомендован начинающим барабанщикам. Наконечник в форме овала, овал тип. Область применения – рок, металл, поп, маршевая музыка и прочее. Подходит для громкой, сильно акцентированной игры с мощной атакой звука. Рекомендован для маршевых барабанщиков и для выступлений на больших сценах, на стадионах. Наконечники в форме капли,
teardrop. Подходит для свинга, джаза, блюза, фьюжена и многих других. Зачастую выбор джазовых барабанщиков. Легкие и быстрые палочки с таким наконечником – идеальный выбор для игры в оркестре и джазовом ансамбле. Производит наполненный высокий звук, распространяет энергию над более узкой областью. Производит богатый звук тарелок, дает сфокусированную атаку звука. Имеет хороший отскок, предназначен для четких и резких ударов. Прекрасно подходит для мягкого, акцентированного звукоизвлечения. Идеален для выделения акцентов по райду апдаун ударами, например, при ведении свингового ритма головкой палочки. Также рекомендованы и для исполнения тяжелых металлических стилей, и особенно для тренировочных упражнений. Наконечники в форме желуди – Accordant. Подходят для рока, металла, поп-музыки, фанка, свинга, джангла, блюза и других стилей. Производит довольно яркий, мощный звук при малой атаке. Показывает хорошую степень ясности и артикуляции при ударах по райду. Хорош при резких переходах с мощной громкой игры на тихую ритмичную пульсацию. От того, какую музыку вы будете играть, зависит выбор палочек. Его форма, длина, толщина, наконечник. Палочка должна комфортно ощущаться в руке и подходить для звука, который вы хотите извлечь. Например, палочки 7А могут идеально подходить для концерта на небольшой площадке, но они будут совершенно неуместны в уличном маршевом оркестре. Выбирайте палочки, которые удобны для ваших рук и подходят для вашего стиля игры. Подержите палочки, почувствуйте их. Размер палочки должен соответствовать вашей руке как по диаметру, так и по длине. Как это проверить? Длина палочки в основном должна составлять ту же длину от сгиба локтя до конца среднего пальца. Если палочки комфортно сидят в ладони, тогда вы сможете извлечь именно тот звук из барабана, который хотите. Попробуйте несколько различных моделей палочек, прежде чем купить что-то определенное. Когда у вас накопится достаточно опыта, вы подберете ту самую, именно вам подходящую модель палочек, на которой вы, скорее всего, и остановитесь. У палочек ProMark есть такая очень важная опция, как Select Balance. Что это означает? Это означает, что вы можете иметь одну и ту же модель палочки, одной и той же толщины и одной и той же формы, но с разным балансом. С балансом вперед, forward, и с балансом назад. Для чего это нужно? Теперь вам не нужно искать палочки, чтобы сыграть погромче или потише. Вы берете одну и ту же модель с разным балансом. Например, если вам нужно играть громче, но вы не хотите прилагать больше усилий, вы просто берете палочки с балансом вперед, и барабаны начинают звучать мощнее. То же самое наоборот. Если вам надо будет играть тише, вы берете палочку с балансом назад. И все ваши проблемы решаются таким способом. Это очень удобная опция, которая есть только у палочек ProMark. Прежде всего, при выборе палочек вам надо определить, насколько они ровны. Опытный барабанщик почувствует кривизну, уже взяв просто палочки в руки. Для начинающих лучший способ – это покатать палочку по столу. Если она кривая, она не будет ровно катиться. Значит, вот я вам продемонстрирую. У меня в руках есть палочки No Name. Вы сейчас увидите, как она кривая. Как она будет катиться? Она просто не хочет катиться. Она переваливается. Как вы видите. Вот палочка ProMark. Как видите, она идеально катится. Поэтому на палочках экономить нельзя. Потому что от кривизны палочек зависит все. Это баланс, это техника и так далее. То есть отработать технику вот такими палочками будет невозможно. Еще один совет. При приобретении палочек постучите одной палочкой об другую.
Чем ниже она будет звучать, тем, значит, она более сухая и будет более склонная к искривлению. От правильного выбора древесины также будет зависеть звук и долговечность палочек. Материалы, из которых делаются палочки ProMark, это орех, самый распространенный материал. Он обладает достаточно ярким звуком, это прочное дерево, наверное, самое ходовое у меня. Клен, более мягкое дерево. Я его люблю использовать тогда, когда надо играть джаз. Он создает как бы темное, мягкое звучание тарелок. Также его можно еще использовать тогда, когда нужно играть потише. Например, не меняя силу удара, вы просто берете кленовую палочку, и вся установка будет звучать несколько тише. И самое крепкое дерево, которое использует в производстве компания ProMark, это японский дуб. Это дерево очень крепкое, очень износостойкое, очень яркое по звучанию. Также нужно учитывать, что существует маркировка палочек, состоящая из цифры и буквы. Не обязательно большая цифра будет означать больший размер палочки. Например, 5А больше, чем 7А. В свою очередь 2Б больше, чем 5А и 7А вместе взятые. Поэтому я вам советую внимательно изучить эту маркировку в интернете. Также недавно компания ProMark выпустила палочки с инновационным антискользящим покрытием Active Grip. Такое покрытие контактирует с кожей и не дает выскочить из руки при влажной или сухой коже. Палочки с таким покрытием стали выбором такого известного барабанщика, как Майк Портной. Также эти палочки очень подойдут для начинающих барабанщиков, у которых зачастую проблемы с выскальзыванием палочек из рук. Надеюсь, данное видео немного прояснило вам основные критерии выбора палочек и поможет найти ту модель, которая подходит именно вам. Удачи!